Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это любимая беговая дорожка от бренда Велзер. Обратите внимание, только один день. Единственное появление, супер ограниченное количество и супер выгодная цена. Люди, ходите, так сказал главный кардиолог страны Лео Бакерия. Ходите каждую свободную минуту, используя каждую возможность. Сегодня не каждому доступны такие комфортные прогулки, а ведь 10 тысяч шагов – это залог здорового сердца, суставов и стройной фигуры. Давай посмотрим 10 причин, чтобы начать ходить. Это, во-первых, высокая работоспособность, увеличение объема легких, нормализация давления, сильный иммунитет, избавление от лишнего веса. Мы улучшаем работу кровеносной системы. Это наша физическая сила, это наши крепкие кости, здоровые суставы, уверенность в себе и снижение риска развития страшных аутоиммунных заболеваний, например, такие как диабет. Поэтому, конечно, ходите. Тем более сегодня с нашей дорожкой это так легко. Ходьба – это один из самых простых и доступных видов физической нагрузки. Вот, Арин, представь, 15 минут в день для того, чтобы укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, укрепить суставы, подтянуть тело и снизить вес, улучшить концентрацию, осанку, а также укрепить дыхательную систему. Всего 15 минут в день, которые продлят вашу жизнь на десятилетия. Она готова к старту за секунду. Наша беговая дорожка от шведского бренда Велзер не требует подключения к сети. Провод не мешается. Раз и уже готова. Вы пользуетесь и тренируетесь в любое удобное время. Продуманная складная конструкция. Толщина дорожки составляет меньше 20 сантиметров. Идеально убирать под диван, под кровать и даже за шкаф. А благодаря облегченному корпусу вес дорожки позволит вам самостоятельно складывать и раскладывать без дополнительной помощи. Специальное электронное табло, которое покажет, сколько времени вы занимаетесь, а какую дистанцию вы прошли и сколько калорий вы сожгли на эти минуты. И это самая выгодная покупка сегодня, не просто дня, часа, три дня до Нового года. Какой подарок подарить себе, любимым, близким? Конечно, главное – это здоровье, а движение – это жизнь. Только один день на телеканале Shopping Show действует супервыгода в 44%, и цена за беговую дорожку составит всего 9 999 рублей. 5% скидка при оплате сразу, и цена составит 9 499 рублей. Ого! Я знаю, как вы любите эту беговую дорожку. Я знаю, как вы ее обожаете. Много читала отзывов в наших соцсетях, да, в наших форумах, много. Как наши телезрители обожают беговую дорожку Велзер за то, что она легкая, компактная, доступная, комфортная и при этом суперэффективная, как беговая дорожка за 150 тысяч. Конечно, мы сегодня дома можем улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Давайте просто задумаемся, что именно сейчас, когда все перенесли коронавирус, невероятное осложнение на сердце. Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте в России по смертности. 75% мужчин, 61% женщин после 50 лет переносили инфаркт или инсульт. Это страшные статистические данные. А за прошедший год в мире было зафиксировано более 2 миллионов инсультов и инфарктов. Я, кстати, хочу сказать, что это не окончательная статистика. Я даже находила 5 миллионов по всему миру. Вы только представьте. Год, представляете, да. Город-миллионник вымирает за один год, и все это сердечно-сосудистые заболевания. У меня у соседа, ему поставили диагноз, что-то с сердцем, я, честно говоря, дословно не знаю диагноз, но ему сказали, ходите, вам нужно обязательно 10 тысяч выхаживать, и он каждый день старается выхаживать. Но сейчас, когда сугробы по колено, на улице скользко, это очень сложно. Слушай, как удобно, когда есть такая дорожка, складная, не требует подключения, вы ее достали из-под кровати, из-под шторки, да, за шторкой, за комодом, поставили и сделали свои полезных 10 тысяч шагов, укрепили работу сердечно-сосудистой системы. Это профилактика инсультов и инфарктов без таблеток, без медикаментозно. Вы можете разбивать свои 10 тысяч шагов. Да? Вот, допустим, у меня есть 5 минут, пока я, не знаю, закипает молоко, когда я кашу утром ребенку варю. Пожалуйста, у меня есть 5 минут. Я походила эти 5 минут, свои 2 тысячи шагов. Начала с 500. Знаешь, я после когда последних родов, я вообще не могла ходить. У меня одышка была. Мне было тяжело. На лишний вес. Подняться невозможно. И плюс еще, конечно, пост какой-то операционный период от восстановления. И я начинала с маленького, с 3 минут, с 5 минут ходьбы. Правильно. И все больше и больше увеличивая, вы вырабатываете выносливость своей сердечно-сосудистой системы. Организм сам потом просит больше, больше ходить, больше двигаться. И получается настроение, потому что еще и вырабатывается полезный гормон эндорфин счастья. Звоните прямо сейчас, успевайте. У нас всего 64 дорожки. Это единственное прямое включение прямо сейчас. И самое выгодное предложение
сегодня то, что осталось на складе, поэтому успевайте. Знаете, почему еще полезно ходить? Не потому, что мы сердце еще укрепляем и сосуды, мы укрепляем еще и наши кости. Вспомните, суставы. Как только мы не двигаемся, ощущение, слушай, что у нас суставы костенеют, да. Потом их не разработать. Всем, у кого болят суставы, всем говорят, разрабатывайте. Также прогулки прописаны для того, чтобы вырабатывалась синовиальная жидкость. Мы знаем с вами это прекрасно. Как только ты сядешь дома, перестанешь двигаться, сразу. Организм отказывается больше работать. Организм отказывается, восстанавливается только с помощью движения. Вы восстанавливаете работу суставов, вы даете своему организму толчок, вы даете ему энергию, которая, собственно, генерируется, да, и дает нам дальше жить вот, полноценной жизнью. Ты представляешь, у моего супруга на работе, его коллега, он ходил с палочкой, ему 60 лет. Угу. Он уже ходил с палочкой, говорит, ну все, врачи прописали. Дима говорит, вот пойдем в спортзал, походим, посмотрим с тренером. Они начали заниматься, и через полгода он выбросил эту палочку, он ходит сейчас самостоятельно, да еще и с девчонками подмигивает. Слушайте, ну это действительно, вот я хочу сказать, что плохое самочувствие, что это такое? Вчера, Лен, ты вот вчера не работала, у нас на работе нашему руководителю, молодой мужчина, так. 31 год, ему стало плохо, вызывали скорую. Он просто шел по коридору, у него потемнело в глазах, он говорит, я на несколько минут, секунд точнее, потерял слух даже, приехала скорая, сняли ЭКГ, ЭКГ показала норма, ему сказали, так это должно вас насторожить, потому что ЭКГ в норме, вам стало плохо, давление 170, конечно. Значит, вам надо проверить сосуды. Только представьте, вот 10 тысяч шагов в Японии ученые доказали, это те самые 10 тысяч шагов, это панацея от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Когда вы идете на беговой дорожке, через несколько секунд у вас начинает поступать кислород в мозг, у вас обогащается кислородом весь организм, у вас разрабатываются легкие, это важно для тех, кто переболел сейчас коронавирусом. Я сейчас болела, Лен, я даже не знаю, чем болела. Конечно. То ли это свиной грипп, то ли это омикрон, то ли это коронавирус, то ли это то еще ли это какой-то, какой-то да, вирус, название непонятное. Разрабатывать легкие обязательно с помощью беговой дорожки. Суставы для того, чтобы они долго служили вам без потери вот этой подвижности. Беговая дорожка. Для того, чтобы у вас энергия появлялась, ее нужно растрачивать, именно правильно тратить. И посмотри, у нас же под углом беговая дорожка. Конечно. Это не нарушает работу суставов. Нет, конечно, потому что она у нас, во-первых, амортизирующая. Мягкое специальный покрытие. Угол, да, мягкое покрытие. Вы идете, у вас абсолютно не нарушается ритм ваших суставов. Наоборот, это мягкая походка. И посмотрите, вы еще и можете постройнеть, потому что подтягивается костно-мышечный каркас. Вот чему я все это начала, да, про нашего руководителя рассказывать. И он как Когда ходил к врачу, он говорит, до этого, я, говорит, уже был у врача, мне сказали, в первую очередь, иди избавь вес. Вот так а вот. Уже потом мы поговорим с вами с кардиохирургом и с другими врачами. Звоните и заказывайте прямо сейчас, это главный товар дня.